В Москве на ВДНХ открылся 19-й съезд партии «Единая Россия». В этот раз съезд однодневный, но планируется обсудить большой спектр вопросов. Будет дан старт избирательной кампании на выборы в Государственную Думу в 2021 году. Часть делегатов съезда начала свою работу еще до официального открытия съезда. В целях подготовки к выборам будет объявлено о создании 6 рабочих групп Генерального совета партии по отраслевым направлениям. Они будут решать основные проблемы, стоящие перед страной. Помимо этого, на съезде будет представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о реализации партийных проектов или вступить в партию. Также люди смогут получить консультации по своим вопросам в онлайн-режиме. Многие заявленные направления уже активно реализуются в Ульяновской области с 2016 года. Общественные приемные проводят систематические приемы. Сегодня важна задача не только осуществить прием, но и сопроводить того или иного обратившегося к нам в части оказания практической помощи, решения его вопросов. Этот вопрос берется на контроль и сопровождается. Главное, как считает Марина Беспалова, не допустить формального подхода со стороны чиновников к решению реальных проблем обратившихся граждан. Все избранные делегаты от Ульяновской области из местных отделений партии. Они были выбраны на региональной конференции «Единой России». Всего областное отделение партии представляет 5 выбранных делегатов. Самое основное направление – это работать с наказами избирателей. Все, что было обещано на предыдущих выборах, должно быть сделано. И слышать людей – это очень важная задача, которая стоит сейчас перед партией. Мероприятие съезда посетят около 2000 человек. Основным событием политического дня станет пленарное заседание. Ожидается, что на нем выступит президент России Владимир Путин, председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. По сообщению пресс-службы Кремля, пленарное заседание будет посвящено приоритетным задачам партии на ближайший период, в том числе избирательной кампании в Государственную Думу. Данила Ноздряков, Юрий Конихин, Новости Правда ТВ, Москва.